Мигранты впервые принесли присягу России. В администрации Ленинского района 114 человек, которые решили стать гражданами нашей страны и обосноваться в Новосибирске, торжественно клялись соблюдать законы нашей страны и уважать ее культуру и традиции. В основном у нас здесь граждане находятся, это наши соотечественники. То есть те лица, которые принимают участие в государственной программе по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, их процентов 80. Остальные граждане, да, это которые в упрощенном порядке приобрели гражданство Российской Федерации. Изменения в миграционное законодательство начали действовать с 1 сентября, поэтому мигранты впервые принесли присягу. Теперь это обязательная процедура. Присягать на верность нашей стране мигранты будут организованы в каждом районе города 2 раза в месяц. В этом году только в Ленинском районе российское гражданство получили уже 1100 человек. В Новосибирск на постоянное место жительства переезжают в основном из соседних республик. Из Казахстана, из Усть-Каменогорска. Переехали, чтобы своему ребенку дать хорошее образование, чтобы он был уже жил у себя дома. Ну и немаловажный экологический вопрос. Здесь намного лучше, чем у нас в Усть-Каменогорске. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.